I'm alive. Купила все ингредиенты для лагмана, лапши, чесночные стрелки. Сейчас буду мыть, посуда не мытая. И еще гусай взяла, это я в конце буду добавлять. Еще вот одна мята. Буду делать мятную водичку, вот такую вот ночью настаивается в банке и в течение дня пью. Очень вкусно освежает. Огурцы, капуста, перец, брокколи. Я гуляла с Мартой, покормила ее. В итоге сейчас мама пошла гулять с Мартой. Я побежала, уложила Вовчика и пришла, поставила стирку и буду срочно нарезать для лапши. Есть хочется жутко. Взаимопомощь и выручка очень важна в воспитании детей. Без этого никак, конечно. И я очень рада, что мы так живем, все рядышком, у нас как община какая-то, мы друг другу как-то помогаем. Вот я сейчас приготовлю, папа там на улице работает, придет здесь поест, и мы убьем двух зайцев, а то и больше. Все по чуть-чуть поджариваю. Боже, такой аромат, обожаю, когда чеснок поджаривается. Невероятно вкусно пахнет. Чуть-чуть совсем до полуготовности, чтобы хрустело, как обычно. Следующее на готове у меня горох, кажется, это называется. Тоже очень вкусно в лагмане. Либо в лапше, как я делаю. Вот такая чашка у меня самая большая. Была бы побольше, еще бы туда отправила. Буду сюда овощи складывать. Капусты пекинской, сколько ни клади, ее мало будет. Можно вот этот вообще весь вилок отправить. Смотрите, какой он попался. Что, до сих пор спит? Спит до сих пор. Надо же. Но она не спала, потом вот... Не-не-не, сейчас вот уснула. Ну, тоже иногда. Я уже замерзла, у меня руки уже замерзли. Гулять. Ну, все, я тут... Хочешь посмотреть фотографию? Давай. Я принесла. Не поленилась же. Давай сейчас будем смотреть. Подожди, подожди. Вот ты. Ой, эти возички. Вот на кого похоже? На Вовчика. Кто? Мне кажется, похоже. Ты, что ли? Да. Да. Вот лапша готова. А у нас тут редиска. Редька, помидорки, лапша. Это вот моя лапша. Я сюда просто добавляю соевый сок. Раньше заморачивалась, какие-то терияки делала. Сейчас вот соевый, лимончик. И хватает. Еще вот джуса сейчас подобавляю каждому в тарелку. Вот так вот. Вот такая вкуснятина у нас. Немного лимончика. Вот. Я папе не добавляла лимон. Дед вот все подъел. Вкусно получилось? Mm-hmm. Все хрустит. Климасик тут пришел с улицы. Ну и дай ему. Все хочет сразу. Ничего не ел? У тети Люды ничего не ел? I'm not sure. Шура. Вот мама Шурика, Шура Юра. Мама все. Шура Юра. Да, узнал теперь, да? Мама. Ну да, какая мама. На кого похожа? На Марту. Правда? А мне почему-то показалось, что на Вовчика. А вот здесь кто? Ты понял, кто это? Юра, видишь, уже большой был. Юра, Саша как... с Катей. Юра, почти этого возраста. Юра как гопник. Все вот так вот. Как будто... Такая классная фотка, все улыбаются. Почему эта фотка... Прелесть. Почему эта фотка такая липкая? Мама моя фотографировала. Бабуля, а нафига эти? Это мы у них на свадьбе были. Я маленькая со своими братьями. Вот здесь вот похоже на Марту. А вот здесь, мне кажется, Вовчик. Шура похож на Жорика. Точно. А вот это вот папа, честное слово, на меня похож. Да? А здесь? А здесь мама беременная. Да нет, там просто живот открытый и все. Ну, мама, тут, смотри, папа где? Какой мальчишка, он только школу закончил. И вот здесь, ну, видишь, как мама любит. Это тоже где-то в горах.
Это на Актюбе. Нет, это Медео. Вот хорошо. Что, я тут ее добавила немного лавандочки и совсем чуть-чуть вот такой соли. Вот, ей кажется, нравится. Да. У меня тут вот такое мыло календула от Виледы. Очень хорошее. И перчатка вот она, которую можно мыть без мыла. Ну, Хайда, все еще, да, добавить? Да, воды, воды погорячей добавить. Такое хорошее мыло. Водица, водица. Смой, что не годится. Утёк, моя девочка. Холесё, холесё. Ручки помоют. Складочки надо все. Вот хорошо, если будет Ляля любить купаться. Ой, вот так вот моё мыло. Вот эта вот календула, она снимет воспаление. Потому что загорела моя Мася. Вовка, мы Лялю купаем. Закрывай. Она не хочет. Нет, видишь, она не плачет, ей нравится. Вот и я. Ты на бабу так смотришь, да ты бабу так смотришь, да? Да ты моя сладкая. Ну ты так на бабу смотрит она. Ну вот, с легким паром, кто там пришел? Закройте. Ой, неужели папка пришел? Мы тебя ждали, ждали. Ну ты посмотри на это, я так хочу посмотреть. А как она? Закрывай, закрывай. Да что закрывать? Да прям холодно. А что, давай, ты ее переворачивай вниз головой. Ну как это? Тихо, я ж так не могу. Придерживать. На руку. Во. Давай спину помоем. Давай. Помоем спину. Пониже ее опустите чуть-чуть. Потек, потек. Все командиры. Вот тут мой сейчас. Все мой. У меня руки горят, главное, чтобы у нее потом не горели. От чего у тебя горят? Перец резала. Да еще она не надо перцем пробовать. А у нее в ротик попадает водичка. Зачем? Смотрим, ногами упирается. Угу. Упирается. Пицца водится, смой, что не годится. Давай. Ныряй, глазки. Опа. Вот так. Ой, она в сёке. Взяла? Аккуратно. Конечно, взяла. Ой, так. Всё, там смотри, окна были открыты, я закрыл. Ой, смотри, какой довольная. Вытри глазки, глазки вытри. Глазки вытри, ушки сразу вытри. Глазки. Она об этом. А мы тут, пока Лялю искупали, будем Вову, с Вовой воду сливать. Давай, готов? Я открываю. Опа! Я открыл. Потекло? Да. Что-то как-то плохо течет. Что там, что-то пережато, что ли? А, нет, все, потекло, Вовуся. Вова, ты тоже в этой ванночке купался, ты помнишь? Да. Да, помнишь? Да. Да не выдумывай ты. Сам. Сам купался? Да, на Климе я упал. А, вместе с Климом. Вова у нас пылесосит. Что у нас произошло, Вова? У нас тут лопнул шарик. Шарик с конфетти внутри. Все конфетти вон по квартире рассыпано. Клим уже половину пропылесосил.